Всем привет! Сегодня 12-й день нашей телестройки. Шучу. Сегодня 12-й день, как я худею. Ну да, в принципе, телестройки, стройки моего тела. Оно будет стройное и подтянутое. И сегодня я вам покажу, какие физические упражнения я выполняю. Ну и какие можете выполнять вы. Для наглядности я одену такую штуку. Кстати, меня снимает Михалыч. Вы все спрашиваете, где Михалыч, где Михалыч. Михалыч. Привет. А Михалыч все это время жрел. Я не хочу показываться на телеэкран, потому что я в него не влезу. А еще вчера я поучаствовал в поедании на скорость гамбургеров. Да ты что, это где? Это в этой, как его, Кулебяка или Килби. Но я это поэтому отдельное видео запишу. Ну. Правда, третье почетное место занял из трех. Это же в поедании, не можешь первое место занять. Михаил, да. Что за хуйня? Совсем обленился уже. Да. Так, что, нормально? Да. Сейчас. Я думаю, что вот так вот. Да. Вот так вот. Да, вот мы будем, ой, у нас сверхтехнологичный процесс. Будем снимать с две камеры. Одна вот у меня на лбу, вторая у Михалыча. Ну все, первое, что нужно начинать, это пробежка. Все, я побежал. Как только прибежали, сразу руки вверх, вдох, вниз, выдох. Так раз 10-15, чтобы восстановить дыхание. Что я хочу сказать, что я бегаю минимум по километру. Если у меня хорошее настроение, ну и мне удовольствие, то я могу пробежать и 2 километра. Так же и вы, смотрите, что вам в удовольствие. И какая у вас физическая форма. Может быть, вам еще бег рано. Может, вам начать ходьбу. Начинайте ходить. Самое главное, бег и ходьба делать все по пересеченной местности. Что это значит? Это значит, что не по кругу стадиона, где всегда ровная поверхность, а это значит, что где-то по пересеченной местности, это как я бегаю в парке, где-то подъем, да? Вот пошел подъем, то есть тяжелее будет. Где-то спуск, на спуске мы бежим, отдыхаем. В принципе, все, прибежали. Теперь что мы делаем? Теперь мы делаем разминку. С первого. Ну, начинаем как всегда, как со школы. Разминаем шею, руки, назад, вперед, вот. Можно крест-накрест, локтевые суставы, кисти, что мы делаем, наклончики, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, вперед, вперед, назад, вперед, назад, тазом повертели и начинаем наклончики к ноге потихонечку. Растягиваем заднюю мышцу бедра. Противоположная рука идет к ноге, на которую мы наклоняемся. Вот дальше. Дальше можно либо... Пойдем, Михалыч, пойдем. А что камера снимает-то? Вниз. Ну пусть снимает. Ножку одну берем и тянем ее на себя. То есть переднюю мышцу бедра растягиваем. Можно, если вы не сможете стоять, можно вот закидывать вот таким образом. Вот, потянули.
Дальше растягиваем икру. Вот ногу поставили и наклоняемся к ней. Наклоняемся к ней. Дальше разомнем паховые области. Раз, два, раз. Это что, потом, когда на Красную площадь прийти, яйца удобнее было прибивать? Да, раз, ноги раздвинули, яйца прибили. Дальше, раз, два, раз, два. Потом мельницу сделали. Каждые ножки потянулись. Ты не забывай добавлять вот так вот. А? Как это? Как его? Невский? Ну. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Так. Дальше, что, все, мы размялись. Дальше. Делаем приседание, упражнение на ноги. Я приседаю на одной ноге. Так как я вешу сейчас в районе 130 кг, раньше я мог приседать, не касаясь земли. То есть вот раз, оп, уже встать не могу, потому что вес большой. Но сейчас, когда я сброшу, я опять вернусь к тому, что буду приседать, не касаясь земли. Сейчас я приседаю, вот, руки за спину. Раз, толкну, раз. Раз, два, три. Я уже знаю, какие комментарии будут. Ха, смотри, свастику кто-то нарисовал. Так, 15 раз. На левой ноге. Чуть-чуть походили. Отдохнули. Так, руки поднимали. Подышали, подышали. На правой ноге. Тоже делаем. 15 раз. Сделали. Ну, то есть я не буду сейчас тут делать, потому что это иначе затянется надолго. Опять, обязательно ходите, дышите, не надо сразу делать все упражнения подряд. Ходили, подышали. Так, Михалыч, ну-ка давай, как ты усвоил приседание на одной ноге. Снимай вообще куртку. Сейчас я в суператлетическом этом. Нет, и тот тренажер не занимаю, нам тоже понадобится. Руки за спину. Давай. Раз, два, два. Ну ты чё, лавку не сломай. Пять, хорош. Чё ты пукаешь-то? Я не пукаю. Вот и полетело из Михалыча. Полетел из Михалыча весь шлак. Выходит? Давай, по пять раз. Вот и вы также можете начинать по 5-7 раз делать. Не надо ногу вперед. Вот, здесь также у вас идет координация. Все, присели. Присели. Михалыч, все, поприседали. То есть делаем по 5-7 раз. То есть для начинающей зависимости от вашей физической нагрузки. Я это все объясняю толстякам. Ребята, которые турникмены, которые уже спортсмены, вы сами знаете, какие вам нужны упражнения, поэтому не надо писать в комментариях, что. Да ты лошара, что нас тут учишь? Я учу всему, все для толстяков. Мы худеем. Мы скоро вас обгоним. Дальше делаем упражнение на пресс. Я это делаю на лавке. На пресс у меня будет два упражнения. Это на верхнюю часть пресса и на нижнюю. Сейчас пока на верхнюю часть пресса. Все, приседаю на лавке. Вот я взялся, обнял ногами. У меня параллельно еще внутренние мышцы бедра тоже тренируются, потому что я лавку держу. Все, вот, делаем. Раз, два, три. Я делаю одну серию, один подход 35 раз. Мне этого достаточно. Вы тоже можете. Можете начинать делать 3 подхода по 5-10 раз. Начните с этого. Так, всю верхнюю часть пресса сделали. Теперь делаем на нижнюю часть пресса. Помимо того, что у нас здесь работает пресс, также у нас здесь работают руки. А именно трицепс, то, что мы держимся. Ну, это, я вам скажу, что уже для таких, для более подготовленных упражнений можете. Кто совсем не подготовлен, можете начинать это делать также на лавке. А ты не подскажешь, почему я уже 10 минут без куртки хожу? Сейчас буду повторять. Делать также на лавке. То есть вот, сели на лавку, взялись, облокотились и также поднимайте ноги. Можете, в принципе, делать одно упражнение. И наверх, и на низ. Это вот это. Поднимаете вот и туловище. И ноги. Ну, делать тоже по 5-10 раз, 3 подхода. Я стараюсь делать все в одном подходе, как можно больше раз сделать. На уголок я делаю 15 раз, на верхнюю часть пресса делаю 35 раз.
Михалыч, ваш выход. Нет, сначала первое упражнение. Ну ладно, давай, хрен с тобой, делать так. Ну вот, хотя бы уже хорошо. Вот, хотя бы. Вот можешь делать три подхода по 7-10 раз. Да вставай, все уже. Вставай. Ну-ка, уголок давай попробуй. Да, уголок-то. Как уголок, так? Да, подними. Ай! Ладно, хера себе. Поднимайся. Ребят, я не поднимайся. Пусти, что так? Вот, поднялся, держи. Раз. Два. Вон Михалыч, он подготовленный. Три. Ну вот, делайте 3-5 раз, если вот можете, как Михалыч. Михалыч тоже можно 3-5 раз делать. Дальше. А вы знаете, почему я 3-5 раз сделал? Потому что я смотрю ВКонтакте женские группы. Just do it. Измени свое тело. Телочек смотрю там, которые с прессом. И поэтому у меня тоже внутри пресс качается. Дальше. Получается, мы сделали уже ноги и пресс. Нам остался верхний плечевой пояс. Это упражнение на турниках. Я попробую уже потянуться хотя бы один раз. А вы пишите в комментариях. Давай. Я считаю, что это успех. Хотя, то есть получается, когда я вешал с самого начала диеты, я не мог даже разу подтянуться. Сейчас я, видимо, сбросил уже. Сейчас я уже сбросил вес и уже один раз хотя бы не до конца, но могу. Ты меня сними. Подожди, сейчас я дальше покажу. Ну, а что мы можем делать? Для нас, для толстяков, можем вот, касаясь земли, помогать себе ногами. И чуть-чуть наверху фиксируйте, чуть задерживайте. Все, я делаю 10 раз. Дальше сделал здесь 10 раз, сразу чуть-чуть передохнули, пошли на брусья. Здесь то же самое. Вес большой, подняться могу. Вот, удержаться и дальше подняться не могу, поэтому я делаю до конца. Встаю опять на землю. Тоже здесь делаю 10 раз. Все, вот один подход. 10 раз на турнике от земли, 10 раз на брусьях от земли. Все, пошел дальше прогуляться. Расслабляем руки и даем. Пока мы отдыхаем, нам Михалыч демонстрирует свою физическую подготовку. Давай, толстячок. Ну. Ну, дернись ногами чуть. Да какой ногами? Давай, иди от земли, значит. Вот. Михалыч не может у нас ни разу. Давай, Михалыч. Раз. Не надо, нет, отпустись. Просто подпрыгивай и руками. А можно вот так вот? Нет, это потом, второй подход. Вот так вот можно? Да, это второй подход, я говорю. Давай, три раза. Раз, два. Назад, говорю. Да три. Куда назад? Тихо, вот здесь координат тоже, чтобы на подпорку надо встать. Все, Михалыч, давай, сейчас отдыхаем. Пока ага. Ты отдыхаешь, снимай меня. Дальше. Вот здесь именно на турниках и на брусьях мы делаем три подхода. То есть вот один подход считается, это турник и брусья, это вот один подход. Нам нужно сделать три. Что мы меняем в подходах? В подходах мы меняем хват турника. Первый хват был классический. Сейчас мы меняем хват. Не знаю, как он правильно называется. Я не турникмен. Ну, вот так, короче, ладошками к себе. Тоже я вот пробую один раз здесь сделать. Ты еще скажи, уже третий год пробую. Никак не могу сдвинуть его. Нет, я на самом деле занимаюсь. На турниках, ну где-то. Ты еще скажи с 7 лет. Да. Нет, на турниках я начал заниматься с весны прошлого года, скажу по-честному. Но из-за того, что у меня вес такой большой, потом я решил его сбросить. А в конце видео напиши, ребята, давайте сбросимся на операцию по липосакции. Да. Вот, внутренний вот так же здесь делаем. Так же отталкиваемся от земли и фиксируемся наверху, чуть-чуть задерживаемся, чтобы мышцы напрягались. Раз. Все, делаем 10 раз. Сейчас я не буду делать, потому что у меня сейчас игра в хоккей. Все, чуть-чуть отдохнули. И опять у нас брусья. Опять у нас брусья. Опять 10 раз на брусья.
похоже. 10 раз, допустим, сделали. Отдыхаем. Пока мы отдыхаем, Михаил сделает внутренним хватом подтягивание. Ты резко спит, забывай на выход. Ты думаешь, что ты так резко бегаешь? Эй, ты что такой резкий? А, ой, нет, слушай, это... Ну делай там сразу. У меня рубашка порвется. Да, делай здесь. Я хочу сделать открытие. За последний год моя рубашка стала обтягивать тички и сзади этот... Что бы это значило? Она оседает? Да, зачем ты ее стираешь на 100 градусах? Да зачем? Отталкивай сильнее это от земли. Подпрыгивай, давай. Раз. Давай, три раза. Сейчас, подожди. Когда я служил в армии... Давай, армия. Да. И мы делаем третий подход. Это подтягивание за голову. Ты даже можно не пытаться. Я наоборот думал, ты сейчас покажешь. Нет, здесь не получится. Вот, за голову получается у нас здесь. И... Самое главное, ребята, толстячки, не стесняйтесь. Вот я это показываю, я этого не стесняюсь, что я пока не умею подтягиваться, да, но я пробую. Я уважаю себя за то, что я хочу это научиться. Сейчас брошу вес, я это научусь, я это знаю. Я добьюсь своей цели. Я буду подтягиваться без подпрыгивания от земли. Беремся пошире хват, и вот так же от земли отталкиваемся и за голову. За спину, Михаил, только головой не ёбни. Давай, вот это смешно. Вот это прикол. Шире руки возьми. Вот, давай, за спину. Ну подпрыгивай, что ты. Вот. Тряситесь как же. Вот он, Михалыч Маваши. Ребята, это при том, что у меня жена за последние полгода похудела на 8 килограмм. Давай, Михалыч. Вот этот. Подписывайтесь на канал Михалыча. Ссылку вы сейчас видите у него на пузе. Вот я вам показал комплекс упражнений, которые надо выполнять каждое утро. Я советую вам, даже кто не худеет, все равно делайте зарядку по утрам. Потому что вы тогда на день получите заряд бодрости и энергии, и вы будете чувствовать себя гораздо лучше. Вылазьте из-за компьютера. На вот эту зарядку нужно всего лишь 30-40 минут. Я думаю, что утром можно проснуться пораньше на 30-40 минут и сделать такую зарядочку. Тем более, посмотрите, какая природа. Михаил, покажи, какие елочки. Выберите, у каждого должен быть такой... такая лесопарковая зона в своем районе. И самое главное, подписывайтесь на канал Михалыча и смотрите, как он будет чувствовать себя завтра после сегодняшней зарядки. Михалыч? А у меня рука уже трясется, сейчас фотоаппарат уронит. Да, кстати, у тебя будет 30 очень сильно, груди. У тебя груди набухнут, и период лактации начнется. Период лактации. А потом доминанта ухтомского. Там, кстати, собака щенят кормит, у нее молоко пропало. Придешь, покормишь. Ну что же, всем пока, ждите наших видосов. Мы с Михалычем мутим новый проект. Так что подписывайтесь на канал Михалыча обязательно. И будет круто.